умереть от моей, от моего мега-мега-мега берза 43 уровня. Ну чё ты там, Тоха, я уже сейчас усну перед компом. Сколько скорость полета у нее? Охренеть, жесть. Это еще без бафа. А бафни, что вообще жестко было. Надо было, блин, ппхой бафнуть тебя хотя бы. Так я бафнула ВВ и Берс. А, давай все сейчас супер ппхи. Тогда. Нет, это у него ВВ, не Берса. Леночка, вот посмотри. У меня только... А. Но с Берсом, с ВВ, А ты что, уже под прилетел? 300. Почти. Слезать в умениях у тебя, в действиях есть, там у тебя кнопочка слезть с него. То же самое, что и оседлать. Только не упади, пожалуйста. Ну, на парапетик. Да. Ты садись в самом начале. Там, где не ПВП-зона. Ну что, открыл ребятам новый мир приключений? Сейчас подлетает. Ика, пойдешь в замок гулять? Я вам экскурсию устрою. Вот теперь будут закрыты, так что экскурсия скоро кончится. Леночка, кинь мне берс ВВ от ППХ. Пам-парам-пам-пам-пам. Откроешь портал, я тут нажму на телепорт и прилечу. Нет, ты просто открывай портал, а мы сами прилетим. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Так подожди, это та лестница, на которой они флаги прячут, да? Ну, очевидно, да. Нет, это с другой стороны. Они прячут с другой стороны. Ты что знаешь, что? Альтани. Ворота открыты. Ну хана. Убежали, нагибали. Что мы захватим мир? Попробуем. Ну, что еще осадок такой? Какой-нибудь десант таким образом. Невозможно в ПВП-зоне залететь. Нет. Так он там по ПВП-зону. Кстати, да, я знаю. Я сейчас это прикинул. И варк не засамонится. Угу. Варк, ага, чтобы мейнфлан засамонить. Варков принять в это, в Грейстил. Зачем вот, самонера туда одного? Или варков, ну, до осады засамонить туда? Не надо никого, ну, там да, в какие планы принимать.
Нет, вот эта тема вообще. Главное одного члена держать постоянно в релоге, чтобы он всех самолил по откату. Че, Ика, все? Ну, один такой. Надо верхний эти. О, по крыше бегать можно. Что тебе показать, ты мне скажи? Это верхние эти пока балконы. Смотри, как клево. На верхнюю можно забирать. Угу. Иди туда. Вот тут прям засесть. Царь горы, ёп. Подожди, ты, по-моему, посмотри, куда-то отсюда не туда смотрите. Прилетел. Не-не-не, туда-туда. Сейчас покажу все. Я царь горы. Я просто помню, мы куда-то падали, и получалось, что мы падали как раз как-то, там по-хитрому как-то надо упасть. Сразу в тронку, да? Сразу в кастовальню. Ну, нет, не в кастовальню. Я сейчас уже не помню, давно было. Как-то вот... А где в нем... где здесь перед, где здесь... Где вообще ворота? Я сориентироваться не могу на высоте. Иди за мной, вот тут перед. Иди сюда. Вот тут перед. А сзади зад. А вы вообще где? Ну, переда. Мы у переда. Ну что, давайте нас туда в кастовальню отведи нас, Ика. Кол. Сейчас пойдем покашить. Руа. Фонарь все. И сэц. Вот это перед, Леночка. Вот там, где я стою, вот это перед. Там перед. А тут зад. Все, погнали дальше. Спорь, мы сейчас не доперед и не допедрит, как мы сюда попали. Вот тут они сами могут вызывать дракона. Вот тут. Ага. Внизу. Вот внизу. Видишь, что? Вызывать дракона. А там, вот они. Вот тут платить в NPC. Сейчас приведу вас по-человечески туда. Слушай, а тут, блин, в раскаленной топе долетать вообще прикольно. С замка спрыгнул уже раз в раскаленных топях. Нет, ты там спрыгнешь. Не, на виверне. О, да. Каждый раз виверну вызывай, когда тебе на раскаленный топ не надо будет. А она стоит чего-то, чтобы вызвать ее? Смысл? Бэк... Бэк... Его... 26. А, кристалл. Это каждый раз? Это каждый раз? Да. Да. А сейчас получается, ты слез с этого дракона, и у тебя опять это? Обыкновенный дракон? Вот, значит, тут, теперь уже вот тут делается дырка. Вот делается тут дырка. Это одна дырка. Отсюда мурашовали. И с другой стороны тоже такая же дырка. Оттуда тоже мурашовали. Сейчас смотрите. Вот это... Идем со мной. Вот это те балки. Двери, которые вот нам не удавалось пробить. Тут мы долбились. Пропустите нас. Вот нас косили. Че, в замок не попадем? Закрыты двери, да? Угу. Печально. А там же спуск должен сейчас... быть, лестница. Сейчас посмотрим по закоулочкам. Иди сюда. А, вон лестница с обратной стороны. Это передний парапет, откуда там можно шмалять. Вновь прибывших по башке. Ну тоже прикольное место, смотри. Вот тут вообще супер просто место, вот да? Вот лестница. Мы тут стояли на ТВ. Ну вот там не было.
алтарню не зайдем, там, потому что там вторые ворота должны быть открыты внутренние. Тут кристалл. А вы чего вокруг обижали? Нет, там ворота закрыты. О, открыто, открыто. Го-го-го, сюда. Го сюда. Главное. Пойдемте на троне посидим. Уф. Кому вот нахрен у них нужен? Сейчас инфаркт. Когда завоюем. Когда завоюем, тогда и... Ой, вообще... А там кинь одну фотку. Да? Как славно из это. А да, вроде. Го за мной, я покажу, где кристаллы. Да, давай показывай, какие кристаллы бить. Вот я знаю, напротив, там наверху должен быть кристалл. Вот сейчас покажу, где кристалл. Го-го-го. В балкончике. Двигаем пупками. Да, вот тут. Короче, вот мы заходили отсюда. Ну вот, тут дверь же есть. Мы заходили отсюда. И здесь тут был Cold World в Акиме. Да, 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 да. Вот сюда поднимаешься. И тут налево. Вот видишь, где он там зашел. Вот тут кристалл. Вот. А вот сюда балкон, который контролит центральные ворота. И тут правая стенка, которую можно сломать. От нас. В идеале налево. Нет, а ты суперский замок. Тут надо ты руну не видел. Ты не видел. Да она на руну не очень. Что? Замок руна не очень. Мне не понравился. Почему? Не, Аден руна лучше, нравится. Чем Аден. Не. Ну это на вкус. Руна там классический замок. Аден, ну... Это не замок, это... Больше дворец. Ну хорошо. Оттуда дворец. Выходишь на площадку Вайверна. Я люблю руну больше. Хочу рвашника. Ну сейчас а может кто-нибудь рецептик караулить прилетит. Еще и ты знаешь, где здесь запасной выход из замка? Сейчас его покажу. О, можно спрыгнуть? У меня был этот замок. Просто, как бы, раньше можно было каким-то образом залезть. Не, через эту дырку. У меня мувик есть, когда мы брали этот замок, короче, я отсюда захожу, вот именно сейчас как бегу. Мой NPC тогда брали вначале. Меня потеряли. И вот тут, короче, гардов до хрена, я там не помню, уже 70-й или 60-й, и, короче, тут масухами шмаляем. И потом подбегают тут и читают. Вы где все? Мы наверх побежали. А, читали? Пошли назад сейчас. Покажу.